Ладно. Ну что, я приехала в Новый Сад. А здесь, конечно, такой у вокзала бомжать порядочно с цыганами, все как полагается. Поэтому я даже не стала там камеру включать, к чертовой матери. Вот. Но мне сейчас нужно идти вперед к отелю. Я надеюсь, что в центре будет не так страшно. Не, нормально все на самом деле. Я очень быстро доехала, всего за час. То есть без проблем совершенно. Вот просто такой бомжатский вокзал. Ну, как раньше было, там, я не знаю, в 90-х годах где-нибудь. Не знаю, в таком провинциальном городе. Ну, то есть, на самом деле, это не так страшно, конечно. Вот так, как могло бы быть. Но мне сейчас просто нужно идти вперед. И найти свой отель. Вот, и быстро избавиться от чемодана. Потому что он тяжелый достаточно. Ну, более-менее. Спасибо, что не руины. Так интересно. На самом деле, я очень люблю, когда я приезжаю в новый город. Я ничего тут не знаю. Не знаю, что слева, не знаю, что справа. Поэтому мне так интересно, что я сейчас вот все тут поставлю, что у меня с собой есть. И пойду пройдить по улицам, которые я вообще не знаю. Это так интересно. Вот сейчас я переключу камеру, чтобы посмотреть, что там вообще впереди. Здравоохрана.